клубы пыли, рев моторов, запредельные скорости. В Калачинске мотокроссмены региона разыгрывают призы соревнований, посвященных ветеранам мотоциклетного спорта. Состязание открыли глава региона Виктор Назаров и министр спорта Александр Фабрициус. После приветственных слов руководитель области провел награждение выдающихся калачинских спортсменов. Благодарственные письма правительства Омской области вручили мастеру спорта СССР, судье республиканской категории, мотокроссмену Анатолию Бугаенко, призеру 18-й спартакиады народов РСФСР, победителю Копенгагенского марафона, легкоатлету Валерию Захарову и мастеру спорта СССР по тяжелой атлетике, мастеру спорта России по гиревому спорту, рекордсмену мира Александру Заварзину. В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена, представляющие Омский, Калачинский, Кормиловский, Тюкалинский, Называевский, Черлакский и Азовский районы, а также Омск. В 6 классах выясняли отношения спортсмены. На протяжении 2 дней виртуозы вождения держали в напряжении зрителей, а их собралось немало – более 1000 человек. Технические виды спорта, мотоциклетный, автомобильный спорт – это человек закаляет мужество, знание техники, знание вождения. И те люди, которые занимались в спорте, вы знаете, что в те времена герои Советского Союза были наставники ДОСАВ вот, во время войны. И также наши спортсмены, они призываются в армию, они уже технику вождения, они все знают. Для этого легче было с ними общаться, то есть и руководить. Они уже были готовы ко всему. В итоге в классе самых юных спортсменов победу после 2 заездов одержал Иван Огородников из технической школы ДСАФ. В классе 65 кубических сантиметров лучшим стал Александр Панов. В классе юниоров с объемом двигателя 250 кубических сантиметров выиграл омский спортсмен Дмитрий Бородин. В 2 категориях спортсменов, соперничающих на мотоциклах с объемом двигателя 500 кубических сантиметров, в открытом классе победу одержал Андрей Будалин. В хобби-классе победил Александр Свириденко из Кормиловки. В заезде колясок победу праздновал экипаж в составе Александра Оконечникова и Никиты Ковальчука.